На часах моих вечер 8, свет софитов и глаз в глаза мне. Я сегодня встречаю осень, время хлеб собирать и камни. Кто-то молча пророчит беды, я стою под прицел отважно. Ой, стреляйте в мои победы, молодым умирать не страшно. Езжу в разные регионы, бывает, но... скажем так, Ханты-Мансийск, Сургут, вот в эту часть, сюда до Якутии еще не долетал, честно скажу, и рад быть здесь, поделиться своим творчеством не только из радио, из телеканалов, а воочию выступить для людей и поздравить с праздником, причем не с одним, а с таким большим количеством юбилеев, которые сошлись в эти даты, и от души поздравляю всех, кто имеет отношение, а имеют отношение здесь все, к комбинату, к этой работе. Все так или иначе либо работают, либо живут в одной семье с человеком, который работает на комбинате. Поэтому большой труд, большие успехи, большие юбилеи. Искренне поздравляю каждого и благодарю за ваш труд. И желаю дальнейших побед. Самое главное, благополучия в семьях, любви. Рожайте детей. Пусть будет достаток для того, чтобы их содержать, растить и делать достойных людей для своего города, для нашей страны. Будьте счастливы, любите и будьте любимы. Все, о чем ты думаешь, все, о чем ты думаешь, я знаю тоже, я об этом думаю, что все расстояния, мысли и желания когда-нибудь кончатся и уйдет сознание. Впечатление очень сильное. Я когда собирался сюда лететь, я вбил в поиске в интернете «удачный» и «фото». И сразу увидел вот эту большую тундру, да, и посреди нее там такой анклав городов, анклав домов, да, такой некий вот
небольшой участок жизни посреди большого природного пространства. Вот это, конечно, было удивительно уже на фотографии, но и здесь, находясь внутри, понимаешь, что это маленький, небольшой мир, в котором все друг друга знают, и любая новость или любое событие – это постоянное обновление информации и своеобразная радость, да, для людей. Я понимаю, что такое маленький город. Я сам из небольшого города. Есть город Балаково Саратовской области. Ну, там только чуть побольше, 180 тысяч народу. Вот. Но тоже в городе есть там свой любимый спорт, свои любимые события, свои фестивали или какие-то свои профессиональные праздники. У нас вот это был День химика или День строителя, День энергетика. Вот у нас много заводов, атомные электростанции, там химические заводы. Вот. И у нас тоже все, в каждой семье, мама или отец ли работали на предприятиях города. Вот. И мы, дети, всегда ездили на профессиональные праздники и всегда гордились своим родителям, которые вот, ну, проходили свой путь, начиная там с молодых специалистов до уже там повыше, да, уже достигали каких-то успехов. Вместе с родителями также мы росли. В маленьком городе, она по-своему интересна. Главное, чтобы здесь финансово было достойно. Это очень важно для людей, которые посвящают свою жизнь отрыву от континента, да, все-таки свою судьбу связывают с городом, с определенной профессией, и здесь проживают всю свою жизнь. Поэтому, конечно же, государство должно быть благодарно таким людям. И знаю, что северные раньше были, да, тут, наверное, третий поезд был, да, мне говорили по стоимости продукции и по зарплате. Сейчас знаю, что
те деньги, которые люди зарабатывают здесь, можно заработать и в других городах, и север не так оплачивается. Я считаю, что это огромное упущение, и людям, живущим вот в таком отрыве от материков, но делающие очень важную работу для страны, должны оплачиваться гораздо лучше и выше. Поинтересовался, сколько получают люди, и, собственно, поэтому и говорю вслух такие. Видишь кометы, сгорающих звезд, сколько ты я загадал сто желаний, строим из прошлого в новое гвоздь, из поцелуев надежда мечтаний. Я головою твоих белых рвот, губы мои тронешь нежно руками, пусть улыбнется сияющий пол. Стихотворение написал маме в 8 лет мне было, и на 8 марта я его посвятил. В 13 лет я научился на гитаре играть и начал уже писать не только стихи, но и песни. И уже потом всю свою сознательную жизнь, ну, много побросал где, по разным профессиям, денег в семье не хватало. Я там лет с 13 пошел работать, и в садике сторожем работал, и на нефтеперерабатывающий завод потом позже ездил уже и монтажником, и гайки крутил. И на станции техобслуживания работал. Ну, всегда в творчестве не хватало денег, поэтому приходилось помогать маме и приносить деньги в семью. Вот. Поэтому в городе Балаково, такое, скажем, с 13 лет работы до 25 я пробыл в городе. Но, правда, потом я закончил уже университет.
получил специальность, ну, я закончил режиссуру, Московский государственный университет, и, значит, в 25 лет я уезжал из города в Москву уже в должности специалиста управления культурой администрации, в администрации города работал, занимался массовыми мероприятиями, вот много провел, ну, молодежь консолидировал, была какая-то вот такая система, которую я создал, что молодые таланты могли прийти ко мне в студию, с этой студии они, где писали песни, попадали на мои мероприятия, эти мероприятия снимало местное телевидение, песни крутили местные радиостанции, у молодежи был какой-то, ну, вот, собственно, стимул двигаться. Потом я уехал, и уже мне многие вслед писали: «Денис, ну что ж ты нас бросил, нами тут никто не занимается». Вот. Ну, мне, к сожалению, или, может, к счастью, нужно было самому двигаться. Лет я уехал в Москву с большим багажом песен, уже написанных, и в поезде ехал и писал там вот эту песню Серову отдам, эту песню Долиной, эту песню там еще кому-то. Вот, целый список был. И приехал в Москву, начал, собственно, бегать по разным студиям, продюсерским центрам, предлагать свои песни. И появились первые успехи. Вот, хотя жить было негде особо, я жил у своих друзей, с которыми закончил университет. Вот, и у кого-то там жил 2 недели, у кого-то 1.5 месяца, кто сколько терпел. Вот, потом были моменты, когда уже заканчивались и деньги, и место проживания уже тоже заканчивалось. Шел на вокзал, жил на вокзале, спал на кольцевой ветке в метро, отсыпался, ночами работал на чужих студиях. Ну, в общем, такой путь, в который нужно было верить. Я рвут по делам, кровью тронут тоска.
2001 я уехал в Москву, а в 2002 я уже помахал из передачи «Песни года», и я стал автором одной из песен, которая прозвучала в исполнении певицы. Вот, и мне там уже все начали звонить: «Дэн, у тебя получилось, ты пробился». Я говорю, ну, если они думали, что вот, вот первый канал, телевизор, ура, у него все получилось. А на самом деле, для того, чтобы попасть в этот телевизор, я там последние там какие-то, у меня там $50 были, я сходил в магазин стоковой одежды, вот, и за какие-то там недорогие деньги купил себе ботинки, новые джинсы и свитер, чтобы хоть как-то выглядеть в этом телевизоре. И потом, как только я вышел из Кремля, мне особо опять было некуда идти, и нечего особо было есть. Но ничего, это все равно была первая победа, это было важно. Вот. Потом дальше уже песня за песню зацепилась, исполнитель за исполнителем. Все начали там говорить, что появился такой молодой композитор, который пишет всем песни, и эти песни становятся успешными. Ну и, в общем, с 2001, как я приехал в Москву, по 2009, я и писал песни для российских артистов. Проще сказать, наверное, кому не написал. Но вся эта информация есть и на моем официальном сайте, и есть в Википедии, в интернете, кому интересно, можно почитать. Вот. И все эти годы я писал песни для себя. Эти песни никому не отдавались, не продавались. Они были другие.
знаю такой случай, когда Высоцкий предложил песню на исполнение Кобзону. Вот, и Кобзон, послушав песню, сказал, что твои песни должен только ты петь сам. Вот, и несколько случаев в жизни Высоцкого таких было. Вот, и я потом это тоже сам понял, попробовав кому-то отдать, я понял, что люди вообще не понимают, что они поют, и не справляются с этим материалом, и я тут же остановил эту всю историю. То есть к тому моменту, как я вышел на сцену, было, наверное, пару альбомов вот таких вот песен, которые никто... Это была отдельная культура, это была только для меня, музыкальная культура, я имею в виду. Вот, я рос на всем русском роке 90-х, то есть Алиса, Чайф, Кино, Наутилус, вот такую музыку я слушал, ДДТ, гитарную, мужскую, рок-н-ролльную. Вот, конечно же, слушал Высоцкого, слушал Макаревича, других авторов, исполнителей, парней с гитарами. Ну и вот как-то сам я сложил, что продолжил этот жанр и сам стал парнем с гитарой на российской сцене. Где любовь и мечты, по поля и смородины.
счастлив, что мои песни получили признание, когда они зазвучали в 2009 году. Это тоже цепь обстоятельств, как я из студии, из композиторов перешел в исполнители. Многие друзья, которые слушали мои песни, говорили, тебе нужно петь самому. Жена там тоже говорила, что это гениальные песни. Ну, я там не считаю, что они гениальные, но хорошие точно. Ну, вот, тебе обязательно нужно петь самому. Ну и так совпало сеть обстоятельств, что совершенно случайно мои песни попали на радио. Не я их туда носил, именно просто сильные мира сего, услышав, ну, там, руководители радиостанции, к которым как-то попали эти песни, поставили их в эфир. Вот. И, ну, простой пример, да, какие-то люди, продюсеры, там, друзья заезжали ко мне на студию и говорили, зная, что у меня есть такой материал, да, ну, напиши диск, там, новенький запиши мне в машину, послушай, что ты там хорошего нового написал. И вот кто-то из них, кому я нарезал, вот, там, новых 10 песен давал. Кто-то из них забросил это на радиостанции, и на радиостанциях эти песни заиграли. И потом уже друг за друга все зацепились, радио за радио, телеканал за телеканал. И вот так началась моя исполнительская история. И вот с 2009 по 2017 выпущено уже 6 альбомов. Я считаю, что это немало. Это считаю, что... Ну, так получается, альбом в 2 года быстрее не получается, потому что очень большое количество концертов. Вот, и просто нужно выключить все и сесть в студию, чтобы записать альбом. Так не получается. Поэтому пишу, насколько времени хватает. Записываю, вернее, насколько времени хватает. Попадаю в студию. А песни пишутся постоянно в разных обстоятельствах, ситуациях. Я автор-исполнитель, человек, который... наверное, является такой губкой и транслятором всего, что происходит вокруг него. Знаешь, я так люблю наш дом, нежность рук, нежность глаз и фраз. Мы с тобой здесь живем вдвоем. Каждый день наш, как в первый раз. Здесь звенит наших душ река, здесь плывут наши облака. И здесь тайна любви живет, а ее охраняет кот. Нас с тобой скоро станет 3, нет, 4.
важным было моментом, когда песни только зазвучали на радиостанциях и получили отклик в сердцах людей. Вот это было важно, потому что песни артиста или композитора проверяют время и проверяют люди. Люди — это те, собственно, для кого мы существуем и исполняем свои песни. Конечно же, это и для себя, не надо кривить душой. Конечно, я этим живу, это дело моей жизни. И этот фонтан, он бьет, он просто его хватает на всех. И в нашей жизни, в нашей стране всегда будет автору-исполнителю о чем петь, писать. Мои песни о вечных ценностях, о тех, которые волнуют каждого человека в любом возрасте. Поэтому на моих концертах люди, абсолютно смешанная аудитория. Как-то я был в Сургуте, и организатор концерта подошла после концерта, говорит: «Денис, вот ты третий раз здесь, я никак не могу понять, кто твоя публика. Вот обычно артист приезжает, на него там только женщины, на этого там ползал мужчин, на этого военные, на этого там чиновники, на этого богатые, на этого бедные, там, на этого молодежь, на этого...» Ну, у тебя, говорит, перемешано все. У тебя просто люди абсолютно разные сидят в зале, и каждый находит что-то свое. Вот это, наверное, самая вот большая важность, богатство и проверка. Проверка людьми творчества. Неважно, кто ты, чем ты занимаешься в этой жизни, но если для тебя важен драйв, энергия жизненная, надежда. У меня в каждой песне, у меня вообще практически нет грустных песен. Это тоже не мною подмечено, это тоже люди говорили, что: «Денис, у тебя в каждой песне сквозит надежда, свет, энтузиазм, какой-то юмор, ирония, все что угодно, но все должно быть чуть светлее, чем чувствуешь. Все равно должно быть...» Ну, это и есть задача творчества. Людям нужно дарить позитив, нужно дарить радость. Человеку, когда хорошо, он включает музыку. Когда ему плохо, он тоже может включить музыку. Когда он отдыхает, играет музыка. Когда он веселится, тоже играет музыка. Поэтому, собственно, это такая же пища, как и хлеб. Вот. И я рад, что мои песни идут вместе с людьми по жизни, звучат из радиостанции, из их машин на CD-дисках, которые еще вроде как остались, или уже в телефонах там люди скачивают альбомы. Вот это, наверное, самое важное уже прошло, это уже позади, когда народ сказал «да», а дальше уже пошло. Я рад, что руководители государства любят мои песни. Вот, и по-своему это отмечают разные ведомства, структуры, организации. Вот. Благодарен президенту нашей страны, который и тоже уважает мое творчество. И вот 24 мая вручил мне звание «Заслуженный артист России». Это было важно, приятно, трогательно. Ну вот это так, по-настоящему. Спасибо. Сколько песен и строк, сколько лиц, сколько слов, чужих. Обещай на восторг, запад, юг и восток, но со мной запах гулаишь. Где бы я ни бывал, был то там, то пропал, то взлетал, то слетал с небес. То молчал, то кричал, но всегда был причал, тот, который спешил к тебе. Возвращаюсь домой. День от тысячи слов, есть любовь и звезда в огне. Я возвращаюсь домой. Возвращаюсь домой. Ты во мне не душа, даже если душа в огне. Жили, жили, так устроено жить. Через сетку добро и зло. Нецелым станет ром, если кровь целиком. Так молчи и согрет тепром. И наплывет то, что же будет потом.
Наташа все годы была со мной в моем творчестве. Она и сейчас является директором нашего коллектива. И вся страна созванивается, приглашая меня на концерты не со мной, а с ней. Именно ее контакты во всех официальных социальных сетях, на официальном сайте. Вот. И первые годы с 9-го, там, наверное, по 2015-й она ездила со мной. Нет, пораньше. 2014 она перестала ездить, именно потому что родился второй ребенок. Первая Влада, дочка, ей сейчас уже 29 июля 9 лет. Сыну в декабре будет 4, ну вот между ними 5 лет разница. Вот, спасибо жене за то, что мне подарила и девочку, и мальчика. Это большое счастье быть отцом двоих детей, иметь наследников. Вот. И Наташа, когда зазвучали мои песни по радио в 2009 году, я говорю: «Наташ, песни звучат, где мои концерты?» Я говорю: «Поехали по стране». Вот. И Наташа начала звонить. Она говорит: «Ну ладно, давай формировать туры». А Наташа человек с двумя высшими образованиями. У нее Ташкентский институт транспорта с красным дипломом и Московский государственный университет управления по маркетингу и тоже с красным дипломом. Она такая умница. Вот. И начала применять свои способности, когда стал вопрос, кто будет директором, кто будет организатором. Вот. Тут же, собственно, этот вопрос и отпал. Наташа вот здесь вот держала Владку, дочку, вот. А в этой руке у нее был телефон, она звонила там, говорит: «Давай сделаем тур по Сибири». Давай, звонила в Сибирь, в каждый ДК, и в каждом ДК директору говорила: «Давайте сделаем концерт Майданова». Ей говорили: «Майданов, а кто это?» Она говорит: «Как, вы не знаете? Да это сейчас самые популярные, там песни по радио там звучат, разрывают». И начинала петь «Вечную любовь». «Я буду знать все равно, что ты веришь. Я буду знать, что ты любишь меня». И каждому вот организатору в каждом городе она пела эту песню. Вообще, наряду со мной тоже очень много исполнила эту песню. И так она сформировала первый тур по Уралу, потом по Сибири. И мы начали нашу гастрольную деятельность. И все эти годы Наташа от маленьких концертов до самых больших концертов в Кремле, которые я ежегодно в Московском даю, это все организовывает она. И порой люди целыми организациями, целыми офисами работают над проведением таких концертов. Она это все делает в одиночку, потому что, ну, человек очень талантливый и в организации.
И в коммуникации, и в субординации. Вот, и еще моя жена, моя любовница, мать моих детей, большой друг. Вот, моя сила, вера, надежда. Ну, в общем, как-то так вот мы с ней совпали. Знака зодиака не очень там дружат между собой, а мы вот два водолея прекрасно. Вот у нас даже в гороскопе написано, что мы прекрасные не только еще люди, которые могут любить друг друга и воспроизводить детей, но еще и друзья и соратники. Вот. У Наташи 13 февраля день рождения, у меня 17-го. Вот. И мы вот все время стараемся на наши дни рождения куда-то вот ездить, там, недельку выкроить и где-то справить свои дни рождения. Вот сейчас уже Наташа не выезжает из Москвы. Ну, во-первых, я говорю, раз уж у детей нет папы, ну, я есть, но я часто уезжаю. Вот. То мама-то точно должна быть. И, в общем, Наташа очень много занимается детьми нашими. Ну, и я, конечно, включаюсь всегда, когда могу. Если замечу, если
начала свои первые песни писать. Я искренне не буду скрывать этого. Хотел бы, чтобы она продолжила династию, но не на пустом месте. То есть она с самого начала изучает музыку, она учится в музыкальной школе, она занимается вокалом и пишет свои первые песни. И вот сейчас ей будет исполняться 9, а первую песню, наверное, лет в 6 я записал на видео. Я говорю, ну-ка давай пой, чтобы это для истории осталось. Но сейчас у нее где-то вот около 3 песен, не торопится. И я тоже не тороплюсь, я хочу, чтобы песни получались, осмысленные были, пускай детские, но чтобы были закончены. И вот она, если напишет куплет-припев, я говорю, давай второй куплет пиши, доделывай. Ну, вот, она еще так эмоции выплеснет, и, в принципе, ей больше уже писать не о чем. Ну, еще словарного запаса не так много, немного книжек еще прочитала в силу возраста, всего закончила 2 класс сейчас, ну, вот. Но уже занимается. Просто мне очень легко взять ее за руку и вывести на сцену Кремлевского дворца или вот тебе Олимпийский, давай рви. Но я не хочу так. Я хочу, чтобы все было заслуженно. И я ей говорю, что поверь, что к тебе требований будет больше, чем ко мне. Потому что я-то свой путь прошел, но ты несешь уже мою фамилию, и на тебя будут смотреть. Эта фамилия, во-первых, твоя. Твоей должна стать, ты ее должна доказать. И на тебя будут всегда будут смотреть, папа ли тебе помогает, или сама чего-то стоишь. Поэтому Владка начала с самых азов, по моему требованию и решению. И, в общем-то, получается. Все получается. Я за уши тянуть не буду. Если я пойму, что таланта нет, значит, пойдет в другую сферу. Но пока все, что я вижу, мне нравится. Морфу! 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 Морфу!
Кумиры остались в прошлом, ну, у каждого. Может быть, в прошлом. Да, в прошлом это, конечно же, как и у многих людей моего поколения, кино, Цой, Владимир Высоцкий. Если говорить о западной эстраде, о европейской, да, я не люблю американскую музыку, европейская мне нравится. Мне нравится Адриан Челентано, мне нравится Милен Фармер, французская певица. Вот, наверное, круг моих музыкальных пристрастий. Это тех, которых я поставил бы там на первое место. И то, что я слушал, и даже сейчас включи, я с удовольствием это вновь послушаю. В нынешней жизни я не могу никого выделить. Очень много достойных исполнителей, которые реально по делу находятся на Олимпе музыкальном. Есть и пустые, есть и те, которые пришли на один день, на один хит. Может быть, на один альбом. А есть те, которые пришли, но доказывают свою состоятельность. Это проверит только время. Вот. И я в свое время тоже очень переживал. Мне важно было, чтобы у меня был не один хит. Я-то об этом знал. Я хотел, чтобы страна быстрее узнала, что у меня много песен. Вот. И чтобы не было синдрома одного хита.